Белорыбица, чевыча, палтус, нерка, морепродукты и, конечно, вкуснейшее украшение праздничного стола – красная икра. От ассортимента буквально глаза разбегаются. Тут каждый, даже самый искушенный гурман, найдет себе что-то по вкусу. Натуральный дым, соль и вода – вот и все компоненты. Выставка-продажа «Дары Камчатки» сразу нашла в жителях Анапы благородных покупателей. Ведь рыба – популярный продукт на продуктовых лавках. Но такую, как на выставке «Дары Камчатки», можно приобрести всего лишь несколько раз в год, уверяют постоянные покупатели. И сейчас этот шанс у анапчан есть. Рыба – это очень полезная, вкусная, и организму хочется настоящей рыбы. У нас в Анапе, конечно, такой рыбы нет. И я давно своих коммерсантов просила, которые занимаются рыбой, привезите настоящую рыбу. Вот как будто вы услышали мои мысли и приехали. Икра разных рыб тоже отличается. Икра чавычи крупная и бледно-красная, ближе к оранжевому. Обладает наиболее выраженным рыбным вкусом. В то время как икра нерки чуть поменьше и обладает легкой благородной горчинкой. Но где приобрести ту самую натуральную красную икру? Да так, чтобы ее доставили без использования заморозки. Такое место в Анапе есть, на улице Объездная, 1. Впечатление самое благоприятное. Я прожил много лет на Дальнем Востоке, на Камчатке. Это все видел, все очень вкусно, соответствует качеству и цене. И попробовал я, скажем так, товар, который продается, очень понравилось, поэтому считаю, что магазин достойный. И ребятам, которые открыли этот магазин в Анапе, это большой плюс, и спасибо. Потому что в Анапе есть рыба, но она не такая. Это свежая, настоящая, и прямые поставки с Камчатки, это очень дорого стоит. От покупателей отбоя нет. Кто-то запасается впрок уже знакомой продукции, а кто-то пришел впервые, учуя запах копченой рыбы. А чтобы не ошибиться в своем выборе, на ярмарке все можно попробовать на вкус. Копчение натуральное, не облитое ничем. Вкусняшка, свеженькая, потому что я сама с Дальнего Востока. Мы привыкшие к рыбке. Специально для выставки с Камчатки доставили царицу лососевых – редкую деликатесную чавычу. Мы привезли вам с Камчатки нашу рыбку – кижуч, эскалар, палтус и нашу королеву лососевых пород – чавычу. Самая вкусная благородная рыбка. Рыболовы с Камчатки представили здесь изысканные деликатесы с Тихого и Северного Ледовитого океанов, полезные витамином D икра лосося, а также кальмары, осьминоги, высококачественные консервы. Наша рыбка вся коптилась на натуральных опилочках, яблоньки, ольхи и вишенки. Мы уверены, что огромный ассортимент рыбной продукции, представленной на выставке «Дары Камчатки», порадует любую хозяйку. Ведь совсем близко Новый год. Если вы любите икру и морепродукты, заботитесь о своем здоровье и доверяете только проверенным продавцам, гарантирующим качество, тогда вам обязательно нужно посетить выставку-продажу «Дары Камчатки» по адресу Анапа, улица Объездная, 1.